Ну, что могу порекомендовать? Супер классный увлажняющий крем «Бомба». Его можно и на ночь использовать, и днем под тональную основу. Я уже испробовала, у меня уже закончился. Беру себе повторно. Рекомендую. Классный? Классный, супер. Сколько стоит? 10 евро. Всего лишь. Цена отличная. L'Oréal. Крем классный и очень надолго, надолго хватает, кстати. Сколько ты им пользовалась? Пару лет. Пару лет одним кремом? Да, ну ты... просто у меня другие крема есть, я их чередовала. А-а-а. И тоже L'Oréal-овская фирма. Ничего себе, пару лет, да. Это дорого. Ой, дорого, долго очень. Пару лет. Так, а ну-ка еще вот. Вот такая вот есть сыворотка, да? Напишите, кто ей пользовался. Хорошая, а то Крестюха хочет себе приобрести такую, говорит, не знаю. Ну, думает, что хорошая. Тебе понравилось это? Ты на руку намазала? Да, очень. Да? Да, я эту сыворотку именно этой фирмы я не пробовала еще. Да? Так давай ее возьмем тоже, короче, сразу. Берем эту сыворотку. Ну и крем бери, у тебя же заканчивается. Да. Бери сразу и крем. И кремочек возьмем тоже.